Привет, плехановцы! В эфире программа «Афиша. Конкурсы в Москве». И с вами я, Сабина Скавронская. Если ты активный, смелый и целеустремленный, горишь идеями и готов выигрывать ценные призы, тогда прими участие в конкурсе, а в каком, я тебе сейчас расскажу. Первое наше мероприятие для тех, у кого есть проект в области предпринимательства или волонтерства. Если ты уже давно мечтаешь о его реализации, тогда не упусти возможность и прими участие в российско-американском конкурсе «Обмен социальным опытом и знаниями». Мероприятие предоставляет возможность социальным экспертам России и США разработать совместные двусторонние проекты, направленные на решение общих социальных проблем. Победитель получит $1200 на реализацию проекта. Дедлайн 19 ноября 2018 года. Для тех, кто неравнодушно относится к теме волонтерства, практически не вылезает из волонтерского центра РЭО и при этом имеет большой круг общения с ребятами из разных стран СНГ, объявлен конкурс проектов «Волонтеры мира». Принимаются описания волонтерских проектов, реализуемых на территории СНГ. К описанию можно добавить презентацию и другие материалы. Победители получат возможность тиражировать свои проекты на межгосударственном уровне с целью поиска партнеров и участников, а руководители проектов смогут представить свои инициативы на Международном форуме добровольцев 2018. Дедлайн 1 ноября 2018 года. Интересуешься программированием и мечтаешь работать в компании Яндекс? Если да, тогда у тебя есть отличная возможность зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем. Прими участие во всероссийском конкурсе «Премия Алисы». Принимаются сценарии навыков для голосового помощника Алиса. Постарайся придумать такой навык, который помогал бы людям решать повседневные задачи или хорошо проводить свободное время. Победитель получит 150 тысяч рублей. Дедлайн 30 ноября 2018 года. Если ты студент отделения факультетов журналистики, связи с общественностью или средств массовой информации и хочешь улучшить свои профессиональные навыки, тогда обязательно прими участие в образовательной программе «Молодой репортер», которая будет проходить во время зимней универсиады 2019. Отправь свою заявку на участие не позднее 15 ноября 2018 года. Если ты увлекаешься фотографией и литературой, тогда именно для тебя компания «Сетила» объявляет международный конкурс и фотоконкурс «Север. Страна без границ». Работы принимаются в двух независимых категориях – слово и фото – на тематику безграничного севера. Лауреаты получат полезные в северных путешествиях призы от компании «Сетила», а абсолютные победители отправятся в путешествие в заполярную Швецию. Дедлайн – 31 марта 2019 года. Вы смотрели программу «Афиша. Конкурсы в Москве». Плехановцы, будьте всегда активными, смелыми, целеустремленными. Участвуйте в конкурсах, и удача обязательно вам улыбнется. С вами была Сабина Скавронская. До новых встреч на Плеханов ТВ.